Доброе утро. Спасибо. Доброе утро. Спасибо. Алеба. Мы завтракаем. Все захотели гренки, так что на завтрак. Я хотел только гренки, а потом за мной и да. Все да, захотели, да. Сейчас у нас получается без 10:08. Антоша уже в садик поехал, а мы завтракаем. Ребята сегодня рано проснулись. Очень рано. Очень рано, да. Так, ну что, мы вяжем. Григорий решает задачи, я ему написала. Два действия такие. Расскажи, ты куда пошел? В машину пойдешь? Да. Хорошо, только потихоньку, ладно? Какой? И кто тут идет? Давай, лесом. Так, я сейчас собралась. И в поликлинику поеду. Ой, блин, где я пропала? Вот я. Сейчас телефон только найду. Собралась, значит, в поликлинику за карточкой Афониной. Должны были там уже все ему написать, и прививки все переписать. И еще заехать в детский сад, узнать, когда же Афоне идти. Я вчера спрашивала, там сказали, что чуть ли не в понедельник можно идти. То есть для этого нам тогда нужно пошить на матрасник до понедельника. И... То есть карточка будет готова, взять справку, которая за 3 дня берется. Что еще сделать? И купить там для спортивной, в общем, белую футболку. Чешки. Так, ну что, еду я с больницы. Ничего я не забрала. Медкарточку даже не заполнена. Медкарта. Ни прививки, ничего не написано. Там что написано только, открываешь когда первую страницу, там родители, Афанасий, дата рождения. С нашим врачом, она ее положили в больницу, поэтому не знаю, попросила сейчас другую медсестру, там же на карточке написан номер телефона и должна позвонить, когда все заполнить, не знаю уж когда, сегодня или уж в понедельник, хотя только 11 часов, может быть, сегодня позвонит. Вот, там заехала еще в магазин хлеба, там макарон купила, в общем, расстроена я как-то. Ну ничего страшного, будет время съездить в Динскую за тиком, так называется ткань для этого, для нашего на матрасника. В общем, все, я еду по кочкам, потом как приеду, все расскажу. На самом деле рассказывать нечего, сейчас будем вязать, продолжать, Степа там с детьми сидит. Так, ты смотришь за детьми? Ну что, вы здесь играете? Мы еще остановились, а коробку закрывали на воздух, все оставляли на одну. Гришуля, подтяни ему, пожалуйста, штаны. Для Афон... У нас баня была там. Афоня, и обуйся, Афоня. О, это тренировка на воздух. Афоня, обуйся, тренировка. Гриша, и телефон занеси. Афоня, обуйся, пожалуйста. Ты слышишь меня? Так нельзя сыпать. Афонь, мы сейчас поссоримся с тобой. Вот туда насыпай, да. Только, Зоечка. Только это, пойдем зайчик. Пойдем в спадки. Обувайся. Да сейчас дядя Сережа. Дети, то здесь уже открыли, печеньки, буквы купила. Представляете, увидела наконец-то. Я когда-то, когда мы с Гришей учили буквы, очень хотела купить, но нигде не было. Сказали, вообще, вы что там, советского времени, сейчас уже таких нету. А вот увидела в магазине, решила купить. Вот один пакетик, я уж не знаю, сколько здесь, 0,5 килограмма или даже, может быть, меньше, 50 рублей. Вот, так что сейчас я это сложу. Купила еще макароны Макса, бантики. Как всегда, их тут меньше по граммам, 400, а не 500. Луку хлебом, еще розовых помидорчиков. Вот такие вот маленькие, уже по 100 рублей, а большие по 130. Так что, по-моему, никакой разницы. Маленькие даже удобнее. Так что вот купила 6 штучек или 5? 5, да? И сейчас делаю салат. Я пока здесь супчик подогревала, всем разливала на обед. Потому что у нас сегодня и Зоя, и Сережа обедают. Ребята пошли, собрали клубнику. Вот такая вот мисочка с нашего участка, за которым мы даже не ухаживали. Сейчас все покушаем, да? И пойдем отдыхать. Сейчас только мальчишек надо позвать. Так, ну что, позвонили мне, в общем, с поликлиники, что медсестра уже переписала все нам прививки. И Сижуня, кстати, купил ткань. Батарейка на камере садится, так что быстренько покажу. Завяжу сейчас все это швее, потому что времени шить вообще нет. Это тик для на матрасника. Нужно нам на матрасник в садик пошить, так что будем шить. Так, пока я съездила, уже Зоюня проснулась и Афоня проснулся. Афоня сейчас там играет с Гришей и с Сережей.
И еще кто к нам приехал? Маргося? Да? Мы повязали, сейчас родители только лук делают. Мама за тобой приедет, сейчас заберет, да? Да. Ты будешь дома играть с мамой, да? Мама там сейчас пирожки какие-то вкусные делает. Ты знаешь? Да. А с чем она, интересно? С клубникой или с картошкой? Ты водитель? Сейчас ужин, а Фоня не хочет кушать. Для меня ужин, еще мы можем поужинать. Да. Вера пирожков нам привезла. Я не знаю, с чем это, Гриш? С клубникой. С клубникой напекла. Я запекла курицу в духовке с болгарским перчиком. И еще салатик, хлебчик. Гриша клубнику уже собрал, помыл. А вот же еще и рулька, ту, которую мы варили в воскресенье, а в субботу, по-моему, вот я ее запекла. И макароны, бантики. Так, дети уже в машине, я сейчас оделась, и мы на карате. Я сегодня со всеми детьми сижу, не поел, поехал опять на работу. Так что я сегодня с тремя буду, ну, все разделяю. Сначала с Афанасием завожу Григория, потом Афанасий радуется, что он в детский сад едет, и мы едем за Антохой. И потом мы едем домой, и потом они все радуются, когда мы едем за Гришей опять. Так что, в общем, все счастливы, и мне проще, и дети рады. В общем, все включено, что называется. Так что, все, сейчас поедем. Ты туда, а Антоша сюда. Пошли. Антоша же уже 6 лет скоро будет, да? Этот мальчик уже едет, едет. Ты куда едешь? На работу опять? Ты что, работник такой? Молодец. Да? Сейчас Антошка обуется и выйдет, да? А Фоне тут шариков надавали, чтобы он в понедельник приходил, да, сына? Ты придешь? Там тебя будут кормить, да? Ты туда, к Маргарите в группу, да? Сегодня ты должен, давай. Сегодня дождика не было, сегодня сухой рукоход. О, смог сегодня? Афоня! Афонечка, поехали? Афонька уже на паучке, да? Нет, это паутинка. Паутинка? Так, ну что, я переоделась. Беру телефон, сейчас буду засекать 15 минут. В общем, я, как всегда, ничего не успеваю. В те дни, когда мы вяжем, а когда мы вяжем еще 2 дня подряд, то я вообще тогда ничего не успеваю. Но делать что-то нужно, времени мало. 18:33 сейчас. Дети пока играют на улице. Я сейчас возьму перчатки, заведу будильник, возьму ведро, пойду в палисадник. И 15 минут буду там рвать траву. В общем, в любом случае, возьму секатор, там кое-что надо повырезать, поподвязывать. В общем, 15 минут буду заниматься палисадником. Так, ну что, вот наш таймер. Нажимаем кнопочку старт. Все, одеваем быстренько перчатки. Шпагат у меня. Ножницы для шпагата. И секатор забыла. Сейчас пойду возьму. Так, ну что, 15 минут прошло, даже чуть больше. Я мусора одну вот это большое корыто насобирала. Только вот впереди наобрезала здесь ирисов. И здесь вот цветы. Ой, траву прорвала. И, в общем, все. Ну, хоть так, знаете. Так что сейчас идем дальше. Что, еще раз засекаем 15 минут и будем убираться во дворе, потому что здесь, видите, все раскидано. И здесь все не на своих местах. Так что сейчас все немножечко пораставляем. Высохло? Да, высохло. Ну все, зайчик, давай, иди кофту одевай. Давай сандалии на место и поедем. Немножко мусор от киндеров, здесь всякие пакеты. Здесь все поставила. В общем, так что сейчас пошла переодеваться и поедем. For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name.
you broke my heart, oh girl, for goodness sake. Think I'm crying on my own, well,